Усиливаются снегопады в Москве. И так было много снега, а теперь добавится еще. За сегодняшний день плюс 15 сантиметров. Как обстановка на дорогах и в аэропортах, узнаем нашего корреспондента Ильи Костина. Он выходит на прямую связь со студией. Илья, даже несколько часов назад, когда метель только начиналась, ехать было уже сложно. Что сейчас? Доброе утро, Валерия. Москву снова заметает. На улицах сейчас свежо, минус 9, снег и метель с порывами до 15 метров в секунду. Как и предупреждали синоптики, снегопад начался еще ночью. И вот, как видим, продолжается до сих пор. Конечно, из-за непогоды в утренний час пик ситуация на дорогах напряженная. Пробки уже 8 баллов. Это на 2 балла выше, чем обычно в этот час. Все спешат, все опаздывают, а тут еще гололед. Есть и серьезные аварии. 6 человек пострадали при столкновении с микроавтобуса с грузовиком на Калужском шоссе в Московской области. В ГИБДД водители уже традиционно призвали быть предельно внимательными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Впрочем, как видим, к этим рекомендациям прислушались далеко не все. Очень тяжело на самом деле. Не почистили ничего с утра. Вот. Сложновато продвигаться. Скользко. Скользко, но мы привыкли преодолевать трудности, вот преодолеваем. Загруженность большая, а так, в общем, нормально. Все потихоньку едут, никто никому не мешает, не перестраивается. Нет связи. Нынешняя непогода связана с мощным циклоном, который пришел в столичный регион с юга. Коммунальщики были к нему готовы. Уже ночью на улицах работали тысячи снегоуборочных машин. Рано утром к ним присоединились и дворники. В уборке снега и в его вывозе задействовано 18 тысяч единиц техники и порядка 60 тысяч работников коммунальных служб. Запланировано сплошное прометание с обработкой твердыми и жидкими реагентами. Под особый контроль взяты мосты, эстакады, тоннели, участки, прилегающие к открытым водоемам и ТЭЦ. Снегопад внес коррективы и в работу столичных аэропортов. По данным онлайн-табло московского авиационного узла, в аэропорту Шереметьево 75 рейсов отменено, 3 задержаны. В Домодедово с задержками вылетят и прилетят 3 рейса, 14 рейсов было отменено во Внуково. А как заявил представитель Росавиации, московские аэропорты готовы к снегопаду, все службы мобилизованы. Пассажиров по возможности стараются предупреждать об отмене рейсов заранее. Но, конечно, есть и те, кто все же приехал в аэропорт, и теперь будут ожидаться окончания снегопада в терминалах. Сказали, задерживается все. Подойди к табло, разместят в гостиницу. Разместят или нет, не знаю. Вот же стоим, ждем. Меня должны были уже встречать родные, близкие, семья. Ну и вот сейчас из-за меня все, как говорится, все изменилось. Все планы поменялись. Всего же за сутки в Москве может выпасть до 15 сантиметров снега. Это при том, что в январе уже намело 80 сантиметров. Этот показатель в 2 раза выше, чем месячная норма. Валерия. Илья Костин, о ситуации в столице. Москву опять накрыл снегопад.